Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 26 на странице 11. Рабочей тетради по математике для второго класса автора Маром. Через несколько минут после начала игры в шашки на доске осталось 7 белых шашек, а черных на 2 шашки меньше. Сколько всего шашек осталось на доске? Давайте сначала узнаем, сколько черных шашек осталось на доске. Их осталось на 2 меньше. Чтобы узнать, сколько их осталось из 7, вычтем 2. Получится 5. 5 черных шашек с точкой записываем, сколько их осталось на доске. Белых осталось 7, а черных 5. Чтобы узнать, сколько всего, к 7 прибавим 5. Получится 12. 12 шашек всего осталось на доске. Записываем ответ. 12 шашек. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.